Карибская пустыня за эпицентром, за метро, метро Пизняки. Вот такая вот пустыня. Из песка. Я вам чуть-чуть сниму, покажу вам, что в Киеве есть вот такая вот пустыня. Вот. Много снимать не буду, так кусочек. Это вот тут дом на Пизняках, возле метро, вот, метро, эпицентр. Там вот дальше такая китайская, киевская пустыня, который взорвался.